это Михаил Горшенев, будущее Советского Союза. Ну что ж, очень приятно. Прошу. Миша, может, какие-нибудь формулировки тебе непонятны? Да нет, формулировками все понятно. И ответ я на самом деле знаю. Я хочу сказать, мне вот это вот все не важно на самом деле. Я не хочу реставрацией заниматься. А что для вас важно? Музыка. У нас своя группа. Панк-рок. Панк? Да. А где ваш этот, как его? Ирокез? Это же для образа на самом деле. Панки — это про личную свободу и полную независимость. Панки выступают против любой формы авторитаризма на самом деле. Против образования они тоже выступают. Мы с Михаилом на секундочку сейчас выйдем. Ладно, Миш, можно на пару слов? Хорошо, буквально. Пожалуйста. С ума сошел. Какие панки? Ты соображаешь, что ты делаешь? Не надо тебе тут. Ты даже не слышишь, чем мы играем. При чем тут музыка? Сгоришь ты в этой музыке. Пойми, нахрен, так тебе понятнее? У тебя в руках ремесло, реставрация. Тихо тебе надо жить, Горшенев. Да я не хочу ничего реставрировать. Пусть меня потом реставрируют.